Александр, все, закрывай дверь. Обед. Где Александр Яковлевич? Он клиента в депозитарий увел. Почему я должна выполнять его работу? Товарищи, я такого, что вам необходимо занять горизонтальное положение. Ну, должу! Майдер, мистер, тут он там достает. На пол! Спокойно, девушка, лучше этого не делать. На пол! На пол, сказал! Ограбление. Костлявый черт. Что вы делаете? Зачем вам это? Подставлять себя из-за какого-то урода? Все, что здесь находится, он заработал не на заводе. Дайте мне пистолет. Прошло без сучка, но с задоринкой. Толян, салфетка есть? Я понял. Несмотря на то, что за группировкой числится 6 разбойных нападений, до сегодняшнего дня мы не располагали приметами преступников. Но за исключением нескольких вполне типичных фотороботов. Марья Николаевна. Ну, это понятно. А сейчас что-нибудь изменилось? Так точно. Потерпевший, проходящий по последнему делу, указал приметы преступника, по которому установили, что один из нападавших является Котенко Александр Сергеевич. 1980 года рождения. Спасибо, Машенька. Так, Котенко. Котенко, это что, кот, что ли? Да. Да, кот, кот. Осужден по статьям 161, 162. Понятно. Полгода назад освобожден. А кто этот потерпевший? Сотрудник банка? Нет. Последний эпизод был не в банке. Тут не проехать. Что делать будем? Пойду посмотрю. Смотри, только осторожно. Отстегивай. Привет. Давай отстегивай быстрее. Вот так. Молодец, видишь? Спасибо. Все ограбления очень хорошо спланированы. Преступники работают артистично, используют маски, грим. Да, еще. Все потерпевшие отмечают, что один из нападавших имеет хорошо поставленный удар. Возможно, боксер. Или бывший боксер. Угу. Это уже кое-что. Боксеров, а тем более бывших, в городе хоть пруд пруди. Смолов, а с чего вы решили, что в этой ситуации действовали именно наши клиенты? Ну, потому что... Там фигурирует машина, которая засветилась на камерах слежения при ограблении банка. Номера замазаны, но марка машины совпадает. Также некоторые характерные детали. Какие? Ну, например, царапина на задней левой двери. Угу. И что характерно, машину они бросили при нападении на курьеров. Ну, видимо, засветилась. Ну, видимо, да. Это что же, получается, в понедельник они ограбили банк, а в среду тормознули курьеров?
Получается, что так? Да. Ребята времени зря не теряют. Я вот что не понимаю. Откуда они вообще могли узнать про этих курьеров? Все потерпевшие связаны с криминалом. Я думаю, у них есть наводчик в этих кругах. Да. Только Робин Гудов нам и не хватало. Два ограбления за неделю – это слишком. Но я думаю, что теперь они надолго залягут на дно. Вот именно, Григорий Константинович. И вы должны с толком использовать это время. Что-нибудь еще? Никак нет. Никак нет. Вперед? Есть, есть. Да, следуйте. Стремно, Вань. Фраер этого охраняет. Не дай бог, шмалять начнут. Но у нас тут пули резиновые. Их всего двое. Справимся. Третья делюга за неделю, Ваня. Не перебор? Мне кажется, это твой заказчик конкретно увлекся. А кто он такой, кстати? Тихо, вот они. Ты чё? А ну стоять! Спокойно, спокойно! Стоять! Всем! Всем! Валим, валим! Илья, все, давай, валим, валим! Ты как, братуха, не зацепил? Зачем ты его убил? Я тебе жизнь спас. А кто тебя просил? Пулю бы ты не обогнал, Вань. Кот, пойми, это мокруха. Это начало конца. Откуда у тебя боевые? Если бы ты стрелял резиной, он был бы жив. Вот тебе и спасибо. Ладно, сваливаем по одному. Машина наверняка засветилась. Избавься от нее, понял? Встречаемся завтра, там же, тогда же. Ну зачем? Ну зачем? Ну так получилось, Вань. Ваня, я тебя понимаю, Ваня! Ваня! Да хватит! Хватит! Ты понимаешь, что это рано или поздно должно было случиться? И ты знаешь об этом! Если бы этот придурок не взял боевые... Ты был бы мертв! Конечно. Кот парень взрывной. Но он свой. А вот Кирюша... Что ты против него имеешь? Он с нами только месяц, ты ему доверяешь больше, чем нам всем. Да кто он вообще такой? Я же говорил, друг детства. Держи. Работаем, работаем. Хорошо, хорошо. Речь. Хорошо, Ваня, смело сам, активнее сам работай. Хорошо, Ваня, скоро бой ветеранов. Ваня, будешь боксировать, все будет нормально. Я руки, руки. Руки собраны. Иван. Стоп. Подожди, Петрович. Я скоро. Привет. Молодец. Привет. Привет. 300 лет тебя не видел. Как сейчас принято говорить. Был в местах не столь отдаленных. Недавно только вернулся. Работа мне нужна, Ваня. Кроме тебя больше некому обратиться. Я что-нибудь придумаю для старого друга. Как-то так. Ну, пусть будет так. Друг детства, я понимаю. А что ты ему так слепо веришь? 8 лет прошло. Люди меняются. Мутный Ваня, я чувствую, он мутный. Здорово. Пора остановиться, Вань. Они видели наше оружие.
наши рожи видели, а не твою. Из машины не вылезал, стекла тонированы. Что за намек? Говори прямо. Я же вижу, как хватит. Осталось еще нам подцапаться. Все. Так продолжаться больше не может. Короче, банда. Надо решать, как жить дальше. Еще чего-нибудь желаете? Нет, спасибо. Ну, здравствуй, Ваня. Предъявите документы. Черт, испугал. Привет. Привет. Ну что, достал? Ну, конечно, пошли. То есть завалил дело и хочешь в этом обвинить меня? Нет, я хочу сказать, что я больше с тобой не работаю. Три дела за неделю. Труп. Ты что, вчера родился, Ванечка? Просто так спрыгнуть не удастся. Слишком много сил у тебя вложено. Ты что, думаешь, мне просто было подвести тебя под амнистию? А лекарство для твоей мамы? Кстати, как она себя чувствует? Хорошо? Но ведь все может измениться. Я тебя уже... Сядь, Вань. Сядь, сядь. Ну, вот и ладненько. Тем более, что у меня отличные новости. Хватит вам заниматься мелочевкой. Пора выходить на новый уровень. Мелочевка. Труп для тебя мелочевка, да? Да перестань уже. Но я сказал, что больше такого не повторится. Я вышел на людей с большими армейскими звездами, которые готовы пустить нас в серьезный бизнес. Оружие? Партия АК, списанные со складов. Риска никакого, а денег на порядку больше. Что требуется от нас? Организовать встречу с поставщиками, взять и реализовать первую партию. Если все сделаешь чисто, ты в деле. Позвонишь по этому телефону. Руки за голову! Фил, ну что ты как маленький? Кепка идиотская. Угу. Да ладно, брат, я тебя растормошить хочу. Ну что случилось-то? Не знаю, Фил, я испугался вчера. До этого у нас все как-то по приколу было, как в кино, а вчера... Да ладно, не дрейфь, малый. Я не позволю, чтобы с тобой что-нибудь случилось. Я на маминой могиле слово дал. Фил, может, это нам знак? Может, завязывать пора? Завязать, конечно, можно. И что потом? Где мы на раз такие бабки поднимем? А бабки, между прочим, тебе нужны в первую очередь. Твое? Привет. Привет. Привет, Инга. Привет. А я вот думаю, умеют ли женщины свое слово держать? А как же? Встречаемся с Кристиной через полчаса. Надеюсь, она тебе понравится. Полчаса подождем. Мороженое хочешь? Хочу. Пойдем. Идем. Идем, идем. Ну что, теперь похож? Ну да, теперь похож. Точно похож. Распечатай. Так, чем занимаетесь? Да вот составили более-менее внятный фоторобот. И это ты называешь более внятным? А что? Да он кому угодно подойдет. Подстриги челку, выщипай брови, вылитый ты. Ну ладно, товарищ подполковник. Это лучше, чем было? Нет, не впечатляет. Такими рожами весь город обклеен. И вообще, с чего ты взял, что это были наши клиенты? Наши оружием ни разу не пользовались, кулаками обходились. А тут убийство. Не их стиль.
Вот этот одним ударом моего охранника вырубил. А я своих людей не с улицы набирал. Все прошли спецподготовку. О, я же говорю, что наш. Товарищ старший лейтенант, выйдем на минутку. Есть. Ты что творишь, Миша? На нас 6 нераскрытых эпизодов. А ты 7-й пытаешься повесить? Меня и так каждый день на ковер дергают. Хочешь, в следующий раз с собой возьму? Да ты, сволочь! Я буду жаловаться! Пусти меня! У меня папа министр, ты слышишь? Я считаю, что мы не должны скрывать фактов, товарищ подполковник. Послушай, Смолов, ты отличный оперативник, но молодой и потому глупый. Я что, тебе предлагаю скрывать? Нащупал ниточку, молодец, тяни за нее. Но зачем об этом кричать на весь отдел? У нас убийство. Вот пусть убойный отдел этим и занимается. Они работают по своим каналам, ты по своим. Если они наводят что-нибудь интересное, ты об этом узнаешь первым, обещаю. Ну разве так не лучше? Извините, не подумал. Учись, пока я жив. Добрый день. Григорий Константинович, давно хотел спросить, кто это? Полковник Глушаков из секретного отдела. Секретно? А чем они занимаются-то? Секретный отдел, Миша, на то и секретный, чтобы такие, как ты, в его дела нос не совали. А в двух словах, внедряют сотрудников в ОПГ. А, это под прикрытием. Ну да, разрабатывают крупные группировки, поставщиков, сбытчиков, каналы поставок. Ну, в общем, это не наша тема. Пойдем. Ты, значит, Ванечка? Ванечка, я для девочек. Говорят, ты классный боец. Ну, пуля-то я в угоне, правда? Правда. Поехали. Я же уже тебе говорила, все эти аттракционы – это обман. В них нельзя выиграть. Мам, я приеду. Так, я скоро. Ты что, не понимаешь? Ну, мама. Вы ошибаетесь, здесь как раз можно выиграть. Тебя как зовут? Саша. Фил. Приятно познакомиться. Мне тоже. Ну что, идем попробуем? Командир, у тебя как, в яблочко или под обрез? В яблочко. В яблочко, так. Ты клад плечо, уверенно. Мушка посередине и аккуратно на курок дави. Привет! Привет! Привет. Знакомьтесь, Илья, Кристина. Илья. Очень приятно. А вон Фил. Фил друг детей? Он очень классный, тебе понравится. Так, чуть-чуть левее возьми. Давай. О, молодец! Ну что, начальник, давай приз. Какой приз? Самый главный. Сань попал, значит, выиграл приз, верно? Держи, выиграл. Ура! Молоток. Мама, я выиграл. Зачем вы? Давайте я верну вам деньги. Нет, что, не стоит. Сань, молодец. Спасибо. Так держать. Ну что, ты доволен? Да, наконец-то уже выиграл. О, в нашем полку прибыло. Филипп. Кристина. Очень приятно. Взаимно. Для друзей можно просто Фил. Ну что, в кафе? Какое кафе? В ресторан? Прошу. Сумочку. Это клетч. Для девушки вы очень пунктуальны, Кристина. Ну, я надеюсь, вы не жалеете, что так долго ждали. Ровно полчаса. Еще так пара. А я что говорила? Вот. Деменчук Юрий Сергеевич. Мотал срок вместе с Котенко. А сейчас его тоже видели в городе. Я подумал, может, мы его прижмем. Ого! 4 ходки. Это тебе не слабо, он зеленый. Просто так не расколется. Да расколется, расколется. Он уже полгода как на игле. Возьмем по мелочевке, помаринуем пару дней в камере. Ломка начнется, он мать родной продаст. Слушай, а что, идея хорошая?
Спасибо. Но торопиться не надо. То, что они вместе сидели, еще ни о чем не говорит. В общем так, Миша, приставь-ка к этому Деменчуку человечка. Пусть последит за ним. Хорошо. Просто последит. Никакой самодеятельности. Понял, понял. А я пока по своим каналам справки наведу. Есть. Стажера своего представь. Как его? Какого? Лыков, что ли? Ну да. Зачем? Он зеленый. У меня сибира поопытнее. Которых все в лицо знают? Нет, Лыков у нас недавно, еще не засвечен. Да и опыту парня набираться надо. Я понимаю, Григорий Константинович, но... Абонент не отвечает или находится вне зоны действия сети. Иди садись на переднее сиденье. А кто там? Иди, боец, иди, тебя там ждут. Смотри вперед и не оборачивайся. Не надоело вам играть в прятки? Рот закрой. Ты здесь только для того, чтобы выполнять мои приказы. Завтра в 23:00 подъедешь к повороту на Павловку. Это в 3 километрах отсюда. С тобой в машине должен быть один человек. От поворота в лес идет грунтовая дорога. Проедешь 1.5 километра и свернешь. Если вы хотите со мной работать, для начала вам придется сменить тон. Это ты хочешь работать со мной? А не умеешь выполнять приказы? Пошел вон отсюда. На твое место желающих хватает. У тебя еще проблемы со слухом? Пошел вон, я сказал. Если вы не врете, и на мое место действительно много желающих, почему вы выбрали именно меня? Наверное, потому что вам нужен такой человек, как я. Ну и потом, пока вы будете искать новых партнеров, товар останется у вас. А это, судя по всему, не входит в ваши планы. Повернись. Валерий Петрович. Иван. Давай выйдем. Я не позволяю себе грубо общаться с партнерами. Чего я от них жду? Так в чем состоит план? Завтра я избавлю вас от груза, как вы планировали. Но только как это произойдет и где, я сообщу по телефону непосредственно перед самой встречей. О деталях должен знать только я. Это единственный залог секретности. Я рад, что я не ошибся в тебе. Подойди к Григорию, скажи, куда тебя отвезти, он отвезет. А я жду от тебя звонка. Ну, будь здоров, боец. И тебе не хворать. Ну, слава богу, где тебе носит? Чего ты телефон отключил? Встречался по поводу нового дела. Кирилл утром приедет. Стукач вы, Кирилл. Опять? Ты же меня не слышишь. Поэтому я присадил, нарыл кое-что. Вот, посмотри. Ну-ка. Ну, еще. Что это? Это Криня Новиков. Он фальшивые документы делает. А потом стучит в уголовку. Ты уверен? За последний месяц его 3 раза заметали, и каждый раз он выходит чистеньким. Перебрось мне эти фотки. Все, давай, иди. Куда идти? Куда хочешь. Домой. Ладно. Ты где был? С твоими встречался. Они просто помешаны на конспирации. А что случилось? Случилось. Ты...
Юрой Демичуком знаком? О зоне должен помнить. Помню. А чего с ним? В общем так, действовать надо быстро. Запиши адрес. Слышь, а кот общается с Деменчуком? Да мы даже не знали, что он откинулся. Зато у них много общих знакомых. Кот, кот, тебе нужно срочно валить из города. Некогда рассказывать. Дело серьезное, ясно? Бабки есть? Черт, ладно, подгребай ко мне через час. Я дам и все расскажу. А пока ни с кем не общайся, отключи телефон и сиди как мышь. Все. Слышь, так а чего он пешком? Я же на машине. Машину светить нельзя. Ну, здесь рядом. Вон та девчонка. Mm-hmm. Лейтенант Латникова. Оперша. И откуда ты знаешь? А если у меня один человечек сливает всю информацию о тех, кто работал по нашим делам? Ну что ж, план Б. Или вы? Не наигрывай. Нет, нет, коллега, я с вами не согласен. В результате последних исследований профессора Миль... Да Миль, ты знаешь, шарлатан. Ну, позвольте, так нельзя говорить. А как же Нобелевская премия? А то вы не знаете, как даются эти премии. Все-таки общественность, признание. Коллега, коллега, какое признание? А вот так. Обязательно нужно поощрять. А, коллега, вы действительно так думаете? Да. Поощрять этих самых молодых, молодых, здоровых. Здоровых. Я вам говорю, что Нобелевская премия полная чушь. Как можно определить степень таланта по премии? Так. Назад через двор нельзя. Ищем другой выход. Идем. Ну уже, ну уже. Нет, спокойно. Мы валим. Давай. Что происходит? Влад, кто это? Менты, пошли тебя, дурья башка. Чего ты? Первый прием, доложить остановку. Бегом, бегом. Черт. Друзья есть? Соседи, ну, ну. Петрович, давай. Куда вы пропали? Что-то не так? Бегом! Федорова! Петрович, это я, Юрец. Выпить хочешь? Юрец, заходи! Вы что, мужики? Тихо-тихо. Спокойно. Тише-тише. Вы что? Юрец, это же я, Петрович! Петрович, а это мы. А вот смотри, тебе... Напахни. Окна выходят во двор. А, так и есть же, вон, на улице. И сюда. Куда, Ванька, ты чё? Вань, вы чё? Вы что, мужики? Не-не, мужики, давай. Вы что, вы что? Первый этаж, давай. А. Вставай, вставай. Пойдем. Откройте, полиция! Откройте! Полиция! Ты меня, Ваня, извини, но ты глупость сделал. Зря ты его отпустил. Он из города не уедет, а деньги на дозу пустит. Я Юру по зоне хорошо помню. Разумный мужик. Это он там разумный мужик был, а сейчас он торчок конченый. Такие, как он, в винтовке, как орехи, колются. Не только кота сдаст, но и нас с тобой. Довалить его надо было. Послушай, когда мы начинали работать, я сказал, никакой мокрухи. Ты согласился, так? Это было тогда, а теперь все поменялось.
Менты нам в затылок дышат. А твое чистоплюйство подведет из-под статью. Человеческая жизнь, чистоплюйство. Ты решил мочить всех подряд? А че шумим-то, а? Сейчас расскажу. Че за базар? Так, ночуйте оба у меня. Нечего по улице шастать. Привет. Может, хоть сейчас расскажешь, что ты затеял? Что это за деньги? Иди в кухню. Все расскажу. Что это? Новое дело. А зачем столько денег? Ванька, может, ты объяснишь, во что ты ввязался? Ты мне объяснишь, что это такое? Какие у тебя дерки с Новиковым? Я заказал ему новые документы для всей группы. После того, что случилось, думаю, это не помешает. Подожди. А ты что, следил за мной? Я следил. Потому что с таким мукнорылым, как ты, иначе нельзя. Ты наши данные отдал для документов. Спасибо. Они в ментовке теперь. Я сомневаюсь, что ты об этом не знал. Да ты конченый параной. Спокойно. Откуда ты знаешь, что Новиков стукач? Знаю, он стукач, и ты тоже. Так, тихо, ну-ка успокойтесь. Подожди, Вань, с этим надо завязывать. Надо все решить прямо сейчас. У тебя есть что-то конкретное против меня? Да, есть. Так, тихо. Есть у меня конкретное, ты с нами месяц. А мы о тебе ничего не знаем. Так. Появляешься только на работе, потом сваливаешь неизвестно куда. Теперь вот это. Так, все, успокойся. Нет, ты слышишь этот лепет, а? Я виноват в том, что не провожу с ним время. Да мне просто скучно с таким дебилом, как ты. Ну-ка! Ну-ка отсюда! Отсюда! Все! Нормально! Дай посмотри. Нормально. Все? Приехали? Выходим. Я не хочу. Что, понравилось? На учебу. Чистой совестью на учебу? Кристин, мы опаздываем. Ну что, красавица, я тебя встречу вечером после занятий. Хорошо. Мы идем? Ты себе, Ваня, как хочешь. А я с этим козлом в одну машину не сяду. Не сядешь, не сядешь. Я бы и сам вас не посадил. Жди нас на базе. И не выключай телефон. Че за кипиш, а? Ситуация поменялась. Ты идешь с нами вместо Толика. А на юга покатишь завтра на честно заработанные деньги. Ну, так нормальный ход. Да. Позвони Филу. Пусть подкатывает к реке. К 10 на своей тачке. Хорошо. Ваня, а какой реке? Подожди. 2 минуты. Да, я вас слушаю внимательно. Понял. Будем. Что-то случилось? Извини, сегодня вечером не получится. Работа срочная. Но это же ненадолго. Нет, завтра мы в вашем полном распоряжении. Фил. Это хорошо. Завтра у мамы день рождения, она очень хотела, чтобы ты пришел. Да, я помню. Так жаль. Ну, пока. Ну, пошли. Пока. Пока. Увидимся. Пока. Учись хорошо.
До встречи. Опаздываем. Фил, ну что там, новое дело? Да. И надо сказать, очень вовремя. Мы вчера всю нашу наличку спустили. Но это не зря. Поехали. Мне кажется, я выразился предельно ясно. Проследить за Деменчуком силами одного незасвеченного сотрудника. А что сделали вы? Я понимаю, Григорий Константинович, но... Кто вам позволил подключать оперативников? Да еще говорить, что это был мой приказ! Виноват. В общем, так, Смолов, мне надоела твоя самодеятельность. Ты отстранен от дела. Передай документы майору Кондратюку. Все, свободен. Я могу идти? Идите. Ориентир, перекресток на Макеевку. 22-й километр. Точное место сообщу позже. 17:20. Капитан Мельник, права и документы на машину, пожалуйста. В чем дело, капитан? Мы торопимся. Выйдите, пожалуйста, из машины. Мне нужно досмотреть салон. Да чё ты, капитан? Сиди спокойно. Тихо, Саня, я решу. Командир, можно тебя на секундочку? Валить его надо. Сиди, не рыпайся, кот. Все испортишь. Счастливого пути. Все нормально, можем ехать. Ну или так. Поехал. А с кем это он говорит? Наверное, кого-то за бутылкой посылает. Знаешь, сколько он с меня бабла снял? Ну что ты напрягся? Нормально все? Или ты у Толяна паранойю подхватил? Ну да, ты прав. Нервы ни к черту. Давай поднажми, опаздываем. Вот, возьми сумку. Илья, здесь останься, возле машины. А чё это я? Будешь прикрывать наши тылы. Ну что, с Богом. Форс-мажоры необходимо учитывать при составлении плана. Вам бы следовало это знать. Больше такого не повторится. Ну что ж, на первый раз обойдемся символической неустойкой.
чисто воспитательных целях. Прошу. Прости, Илюха, так вышло. Кирилл, твари, Илюху замочил. Толян, давай уходи. База засвечена. Значит так, подберешь нас на повороте на Макеев, да? Давай, давай, найди врача. Фил ранен. Давай, давай, держись.